Урочисте открыццё вуліцы Віктара Саяпіна прайшло ў Гродні. Яе працягласць 919 метраў і звязвае на тры мікрараёна – Забаладзь, Грандзічы і Дзевятоўку. Гэта перспектыўныя раёны горада, дзе ідзе актыўна будаўніцтва жылля. Так, да прыкладу, тут ўжо здадзена ў эксплуатацыю 9 дамоў з агульнай колькасцю кватэр 721. Эта улица, улица имени Саяпина, она соединяет три микрорайона нашего города, Ленинского района в частности. Это Заболоть, Грандичи и Девятовка. Протяженность улицы составляет 919 метров на сегодняшний день. Ну, наверное, трудно переоценить вот этого объекта, потому что в первую очередь, конечно же, мы думаем о том, чтобы жители были обеспечены всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы ну, полноценно здесь можно было праздновать свои новоселья. Район у нас очень хороший, нам все нравится, площадки открытые, детям играть очень нравится, спортивные вот эти комплексы, которые у нас есть, тоже очень классно, красиво. С транспортом, да, у нас немножко вопрос, но пообещали нам, что в ближайшее время будет все. Як вядома, сваю назву вуліца атрымала ў гонар нашага знакамітага земляка, ганаровага грамадзяніна Гродна Віктара Саяпіна. Рашэнне аб з'яўленні імяной вуліцы было прынята адзінагалосна на адпаведным савеце. Як прагучала на цырымоніі, развіццё мікрараёнаў і іх інфраструктуры працягваецца. Так, у 2020 годзе запланавана адкрыццё ў Грандзічах 2 дзіцячага садка на 230 месцаў. У Грандзічах 3 з'явіцца школа. В следующем году микрорайон Грандичи 2 практически будет завершен. И со второго квартала мы начинаем строительство жилья в Грандичах 3.